давай попробуем телепортироваться. Надеюсь, в этот раз в дверь или в стену не телепортируемся. Я даже слова перепутал. Кто? Это вообще работает? Эй, ау! Здрасте, мордасте! Забор покраснее. Сегодня мы вместе с кафобойчиком будем играть в Стикмана и попробуем пройти следующую часть. Кстати, а сегодня у меня есть задание для вас. Угадай, как зовут кафобойчика, и напиши в комментариях его имя. А кто угадает, я поставлю сердечко и напишу, что ты молодец. А мы начинаем. Ну что, погнали? Давай. Давай, так, посмотрим, что же там произошло. Так, это, кажется, мы. И мы в каком-то самолете или вертолете. Где-то мы находимся. Кажется, нас охраняют странные лица. Они очень похожи на полицейских, но... А что? Это какая-то банда злодеев. Это выглядит очень подозрительно, тебе не кажется? Не кажется? Ну ладно. А мне кажется, что это выглядит очень подозрительно. Тем более, они следили за нами и все про нас знают. А, это вот где мы. Мы на вертолете. Точняк. Так, и что же нам надо сделать? Вертолет куда-то летит. Посмотрим. А вот и тот самолет, который был в заставке. Это что получается? Нам надо туда попасть. Да. Давай попробуем. Ну что, давай посмотрим, что у нас есть. Мы, видимо, можем что-то по рации сказать, в каком-то шаре прилететь, в липучке, либо в пистолете. Как думаешь, что нам поможет здесь? Наверное, пистолет, но я не уверена. Ну, давай попробуем. Ну, хотя логично. Если мы липучку применим, то она, наверное, отвалится, потому что скорость большая. Если рацию, я вообще не знаю, что можно с рацией сделать. А шарики мы прыгнем, подскочим и улетим вниз в пропасть. О, точняк, ты угадал. Ничего себе. Так, теперь нам нужно двигаться дальше. Ну, давай, предлагай, раз ты такой везунчик, давай предлагай дальше варианты. Я не знаю. Ну, давай подумаем. А, и непонятно. А, нам надо вот в эту дверь попасть. Это что такое, пена какая-то? Может, бомба? Нет, бомба и нас заметят. Давай попробуем вот запенить. Это что за пена вообще? Ага, там. Оп. Нет! Нет, что-то мы сделали не так. Пена не лучший вариант. Ты что думаешь? Может быть... Давай часы. Часы? Ну, давай попробуем. Я не понимаю, правда, что-то. Ха! Мы просто подождали, когда кто-то выйдет. Вот это прикольчик. Так, теперь надо понять, куда там... давай спрячемся, может, в трубу? Куда? Давай в трубу. Только бы я там не застряла. Я вижу камень. Это что получается? Мы везде камни ищем? Да. Так, это мы, получается, какие-то враги. Злодеи, похитители. Получается так. Как-то не очень бы хотелось быть врагами. Ну ладно, давай подумаем, что сделать дальше. Вариантики. Здесь есть магический карандашик. Я так понимаю, что им можно нарисовать дорожку. Телепортация. Крылья. И какие-то конфеты. Может, карандашик? Ну, давай попробуем. Кстати, а ты любишь смотреть мультики про рисованных человечков? Да. А ребята, как думаешь, любят? Наверное, да. Ребят, пишите в комментариях, любите вы мультики про рисованных человечков? Кафобойчик их постоянно смотрит. А, нет, не получилось. Ну, жалко. Ну что, какие еще варианты? Может, конфеты какие-то съедим? Я вообще люблю конфеты. Я бы сейчас съела конфету. И я. Ты какие конфеты любишь больше всего? Не знаю. Баунти, наверное. Наверное. О, что произошло? Я отвернулась, не успела увидеть. Блинский. Там какая-то липучка вот так... Прямо в шестеренку попала. Понятно. И он полетел. А, все, поняла. Это конфета, он хотел залипнуть. Ну, давай попробуем телепортироваться. Надеюсь, в этот раз там в дверь или в стену не телепортируемся. Я даже слова перепутала. Что? Это вообще работает? Эй, ау! Где мы? Мы удалились из этого мира. Блин. Эти телепортеры, они вообще не работают нигде, тебе не кажется так? Ну да. Ну да, ладно, давай полетим. Только мне казалось, что стикманы не летают. А, здесь достаточно было прыгнуть? Это странно.
Ну ладно. Посмотрим, что там дальше у нас есть. Итак, мы попали... Ага, за нами, кажется, кто-то подсматривает. Но нам как-то нужно пробраться. Нам нужно пробраться. Нам, я думаю, что нужна карточка. Потому что, смотри, здесь нарисована карта. Давай попробуем. А, это... Блин, ага, нет, шандрахнуло током. Ладно, у тебя какие варианты? Что это за перчатка? Перчатка? Не знаю, какая-то перчатка. Это бумажка и магия. О, давай бумажку. Вот это бумажка? Что вообще такое? Это, кажется, мы стали невидимыми. Что? Блин, откуда ты все знаешь? Почему ты всегда все знаешь? Ребята, почему он всегда все знает? Он что, слишком умный? Ты слишком умный? Признавайся. Нет? Нет. Нет? А мне кажется, что да. Ты когда говоришь варианты, они всегда оказываются правильными. Может быть, ты слишком много играешь в игры компьютерные? Наверное. Наверное, ладно. Так, а что нам теперь надо стырить бриллиантик, я так понимаю? Да. Ну и что, выберем? Микрочип есть какой-то лазер и щипалка-рукалка. Давай. Ну а что выбираем, Микрочип. Микрочип, давай, попробуем. И... Блин, ты реально слишком умный. Да что ж такое-то, почему ты все знаешь? А, эти злодеи. А, ты, это получается, мы у злодеев, что ли, тырим? Да. Но мы, походу, хорошие. Что-то непонятненько. Так, ладно, сейчас разберемся. Этот усатый товарищ выглядит подозрительно. Так, они приближаются, и нам надо быстро спрятаться отсюда. А, что? Почему меня выбросили? Почему нас выбросили? Нет! А, они атаковали. Да ладно, они... Разве можно было атаковать, когда здесь люди еще? Так, ну ладно, давай. Я так понимаю, что нам надо улететь с этого корабля, пока... Ну, вернее, с самолета, пока нас не атаковали. Можно сделаться черепашкой, какой-то газовой атакой. Не знаю, полететь, видимо, на газу или зонтик включить. Зонтик. Зонтик? Ну, давай попробуем. Нет, ну ты что-то реально слишком умный. А, нет, зонтик сегодня не сработал. Первый раз кафобой не попал в цель. Ну, бывает, бывает. Тогда давай попробуем вот эту газовую штуку. Мне кажется, она тоже добром не кончится. Что-то пошло не так. Тогда сделаемся в защиту. И... Чё? Так, значит, надо... А, я думала, что... Что? Посмотрите на нас! Мы суперчеловеки. Суперчеловеки летят на помощь. И взрывают все на своем пути. И что, мы даже не разобьемся? Вау! Вы видели... А, нет! Нет! Кажется, там все взорвалось. Так, и мы, походу, все-таки были за армию. И тырили у этих злодеев камень. Так получается? Ладно, все в порядке. Что-то происходит дальше. Так вот откуда они у нас про нас все знали. Потому что это были полицейские. Так, ага. Здесь нам что-то надо выбрать. Какую-то... А-а-а, прототип. Ну, давай сделаем вот это вот, например. Давай. И... Пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста, хоть бы все закончилось благополучно для нас. Потому что не очень бы хотелось как-то побиться здесь. Опаньки! Так, я все еще здесь. Но эти злодеи, они все еще живы. И они все еще хотят уничтожить. Нас уничтожить. Так, отлично. Так. А, это что? Это я стырила, что ли? Так, мы либо вертолет. Нам бы как-то сбежать, мы же там в тюрьму опять можем сесть. Давай-ка подумаем, что мы можем сделать, чтобы выжить в этом мире. И он улетел? В смысле? Мы победили, ребята! Ребята, мы реально победили! И забрали себе этот бриллиант. А что, так можно было? Это вообще законно? Не знаю. Ну что, ребят, на сегодня все.
ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравилось это видео. И не забывайте писать ваше предположение, как зовут кафобойчика. Посмотрим, угадает ли кто-нибудь сегодня его имя. Всем пока-пока! Пока-пока!